Что-то, короче, ребята, я где-то затупил, и вместо Майдана Независимости я случайно приехал вот сюда. Да, как-то вокзал и Майдан Независимости вообще в разных местах. Блин, ребята, слоупок. Ну, слоупок, конечно, вы должны словить, черт побери. Дратини, еще раз дратини. Стоит малыш и не печалится. Бляха-муха, это Райнхорн, ребята. И давайте его улучшать. Делаем эволюцию. Эволюция, да, подтвердить. И снова, ребята, вылупление яйца. Будем смотреть, что все-таки оно сейчас вылупится. Инкубатор сработал. И у нас это что? Видли. Ну, черт побери. Ну, снова видли. Ну, ничего, ладно. Видли так видли. А, еще одно яйцо, ребята. Еще одно яйцо. И на этот раз это уже будет, надеюсь, что-то другое. Ха, недоранчик, ребята. А второе яйцо это недоран. Окей. Окейюшки. Еще одно, ребята. Еще одна инкубация. И это Magikarp, ребята. Это Magikarpик. Причем он поможет нам все-таки побыстрее добить 400 конфет. И вот он у нас тоже теперь есть. А пока мы стоим все-таки на остановке, давайте зайдем и попробуем усилить этот гимн. Что-то, короче, ребята, я где-то затупил. И вместо Майдана Независимости я случайно приехал вот сюда. Да, как-то вокзал и Майдан Независимости вообще в разных местах. Правда, я думал, что я сел на тот троллейбус, но, короче, ни хрена это не тот троллейбус. Поэтому я держу путь на Майдан. Скорее всего, сейчас придется идти на метро. Черт, я реально сел вроде бы в тот троллейбус. Ну, короче, когда я уже вижу, что я уже еду не на Майдан, а на вокзал, я понял, что здесь что-то не то. Блин, ну ладно, немножко прокатался. Да, поехала все-таки ловить покемонов на Майдан. Угу. Да, Коля номер 10. Супер, вообще очень похоже на Майдан Независимости. Хрещатик отдыхает. Как я так затупил, вообще понятия не имею. Теперь все-таки нужно идти пешочком до метро. И там надо было подъезжать на метро, потому что отсюда, как добраться до Майдана, я особо не знаю, кроме метро. Поэтому легче все-таки добраться на метро. И там уже все-таки попасть в нужное мне место. И вот, наконец-то, ребята, все-таки добрался до Майдана. Это уже не вокзал. Фух, я на Майдане, ребята. Я снова на своем месте. И да, начинается здесь покемон. Появился уже Псидак. Сейчас ловим и Псидака. И это Майдан, черт побери. Все, тут уже начинаются рыбки, Псидаки, Голдены. Будем сейчас, ребята, это все ловить. Так, 428 Псидак. Ловим. Один, два, нет, почему-то три не захотела. Еще раз, попытка номер два. Я понял, на самом деле, что красные покеболы тоже много чего ловят, ребята. Вот вам простой пример тому, что не надо всегда использовать синий покебол. Вот реально, красные тоже ловят, возможно, не с первого раза, но не ловят. Поэтому ничего плохого про не сказать я тоже не могу, ребята. Голден, ребята, голден. Ловим в большой круг, проверим. Потому что я не до конца уверен, что все-таки большой или маленький круг что-то значит. Вот сейчас мы словили в большой... Нет, не словили. А она смылась. Ладно. Потому что я уже проверял, ребята, не один раз. Бывает и в маленький, и в большой круг. А ловится всегда примерно одинаково. И непонятно, как бы все-таки значит ли это что-то круг. Хороший бросок. То есть, бывало, ловил в большой, на весь экран круг. Ловила, а в маленького убегала. И хрен вы меня поймешь. Я пытался найти от разработчика, если, ребята, у вас есть сайт, то скиньте мне, где разработчики пишут, что да, если вы словите, например, там в маленький круг, то вы будете красавчиком. А вот, ребята, все-таки сидят те люди, которые ловят тут всегда своих покемонов. И их сегодня опять дохренище, хотя сегодня вроде бы вечерок, а их все равно хватает, ребята, все равно хватает людей, которые занимаются поимкой. Вон сидит Паша ловит. И, в общем-то, сегодня... Все же вечер, а людей все равно хватает. Они все ловят и ловят. Они такое чувство, что здесь ребята ночуют, понимаете? Я вот ухожу, они здесь сидят, я прихожу, они сидят. Я думаю, что вы не уходили даже, уже все сделали по Magikarp, да? Уже там все эволюционировали. А вот, ребята, наш будущий голем стоит. Он нам нужен все-таки для еды, давайте все-таки его словим. Пустим на фаршик его. Есть. Так.
74 комбат пауэра будем ловить. Видите, когда большой круг, больше шансов получить найс. И, скорее всего, мы сейчас его словим. Появляется пока что, ребята, такой себе нидеранчик. Мы, конечно, одного все-таки эволюционировали на прошлых сериях, но вот сейчас появился, причем такой не слабый, на 354. Попытаемся тоже все-таки его поймать. Будем пока что использовать пока красные покеболы, потому что в них тоже бывает влазит, как сейчас, видите, ребята. Я даже и не хочу тратить другие покеболы, синие или какие-то другие, потому что в красные тоже неплохо все и залазит. Окей. Скоро мы тоже будем делать эволюцию с этого нидорана. У нас есть один, по-моему, мальчик и девочка, точно не помню. Ну, еще будет вторая, точно пара, значит, мы соберем. Итак, что у нас по покеболам, ребята? По покеболам все у нас симпатично, я даже 100 штук продал красных. У нас, хотя можно было все-таки бы не продавать, но я думал, что не хватит. Но я потом поехал на вокзал, поэтому, блин, как-то вот получилось так, 238 покеболов. Ну, в общем-то, я думаю, все равно с головой хватит. Плюс там еще синие, плюс я еще буду собирать с модули, поэтому это, думаю, будет не проблема. Клиффери появилась, давайте будем ловить его. Или это она, или это он, я не знаю. Причем очень даже не слабая, в 276. Ой, какой 200, в 675, что я несу? 1, 2. Не захотела, 675, еще раз. Грит, хороший бросок, давай. Пробуем. 1, 2, 3. Да, ребят, отлично, супер. Мы словили ее. И да, она у нас. Сейчас посмотрим, сколько у нее по комбат пауэру. Да, ребят, ее можно все-таки эволюционировать. Я думаю, что она у нас сейчас одна из самых сильных. И давайте, наверное, все-таки эволюцию из нее сделаем. Пусть она у нас будет. Они очень хорошо и по силе. Их хорошо садить на гимы, потому что у них высокий комбат пауэр. До них надо еще добраться. И давайте все-таки посмотрим. Значит, возьмем покемоны. Сортируем их по имени, а точнее по номеру, бывает лучше найти по номеру. Что-то появилось опять, что такое? Блин, ребята, слоупок. Ну, слоупока, конечно, вы должны словить, черт побери. Потому что у нас есть только слоубру, но он слабенький, а мы же хотим себе сильного. Слоупок на 376. Давайте возьмем лучше синий покебол, чтобы этот засранец все-таки не сбежал. Идеальный бросок. Он сейчас еще идеально словится. Ты чего? Эй, еще раз. Давай, я только что в тебя идеально кинул, ты мне не дашь теперь все-таки в два раза больше опыта? Сразу он вылазит, ребята. Я знаю, что требуется, его требуется покормить, он голодный. Стопудово, он голодный, я снова кидаю, и сейчас он точно уже залезет. Он жрать хотел. Да, слоупока все-таки мы, ребята, словили, он находится у нас, 376, но нам нужен все-таки для эволюции, уже у нас половина конфет его есть. Требуется еще столько же, и сделаем уже нормального слоубро, потому что у нас какой-то он очень слабенький. Появилась спиджи. Давайте тоже ее попытаемся словить. Так, что у нас он под комбат пауэр? 211, окей. В прыжке ловим покемона нашего и, конечно же, мы его словим. 1, ты чего вылезла? А ну-ка, залезла обратно. А ну, давай. Стоять, Пиджей. Оба. Давай, залазь в покебол и давай ко мне дуй. 1, 2. Не хочешь? Еще раз пытаемся, ребята. Она залезет, я уверен в этом. Она стопуду туда залезет. Без этого никак. 1, 2, 3. Вот теперь другое дело. Есть, супер, ребята. Нажимаем окей. И давайте все-таки дойдем до Клиффери. Мы там, блин, там, кстати, уже парас появился. Но вот хочется все-таки взять эволюцию, ребят. Но и каждый раз не получается. Каждый раз что-то выпадает, приходится снова что-то ловить. И вот сейчас появился парас на 350. Окей, что это было? Оно сожрало мой покебол? Блин, ладно. Давайте усилим точность нашу. Оп. Пробуем. Что оно скажет нам? Пробуем. 1, 2. Не захотела. И смылась, засранка малолетняя. Ладно, окей. Смотрим по номеру, что у нас есть по Клиффери. Так, находим Клиффери, вот они. Да, 675, ребята, это у нас был самый сильный Клиффери. И давайте его улучшать. Делаем эволюцию. Эволюция, да, подтвердить. Ай, давай, малыш. Покажи все-таки класс. Я думаю, что все-таки, ну, где-то в 1300 он точно должен быть, а может даже и в 1400. Я на это очень хочу надеяться, потому что их хорошо садить на гимы, они имеют высокий уровень здоровья и высокий уровень комбат пауэра, и их выгодно все-таки держать для защиты гима. 1000 сколько? 1000
1396, почти 1400. Круто, я считаю, что это отличный. Отличный результат, что-то появилось снова. О, ребята, Jigglypuff. И еще и все-таки появилась, Magikarp. Давайте сейчас это все половим. Ого, какой сильный-то, а? Давайте его точно сразу кормежкой. И, наверное, все-таки я возьму на него синий покебол. Синий покебол. Ультрабол пока я не хочу использовать. Это прям в очень крайних случаях. Ну, в таких крайних случаях, что капец. Оно в синий неплохо ловится. Ультрабол я, наверное, буду ловить, когда там будет какая-то крутая, там, не знаю, там Чармандер появится. Либо что-то еще, но ну, не такое. Magikarpик, ребята. Magikarpик. Мы еще Jigglypuff вообще-то не улучшали, но думаю, что все-таки в ближайшее время мы это сделаем. Magikarp на 100 с лишним. Окей, ловим его тоже. Пошла поимка. Один. Ага. Он такой, знаете, так просто не дастся. Поэтому давайте возьмем синий покебол. Гурит. Хороший бросок, поэтому должен точно попасться. Ну, хочется в это верить. Пробуем. Один. Почему? Может быть, он голодный, ребят. Давайте покормим его. И возьмем красный покебол. Если он уже не голодный, поэтому я думаю, что в красный покебол он тоже залезет, ребят. Пробуем. Давай. Один. Два. Нет. Зараза, а в чем же дело? Почему же ты не хочешь залазить? Ты же вроде бы относительно не сильный Magikarp. Давай залазь в покебол и давай не будем выделываться. Давай закончим все мирно. Молодец, ребята. Три. Три щелчка мы пробили, и Magikarp тоже теперь у нас. Нам требуется еще столько же, у нас только 100, даже больше, чем столько же, у нас 180, 178 конфет, а требуется еще, появился еще Зубат, окей, я пока что собираюсь покемонов не продавать, я их собираю, чтобы потом включить Lucky Egg и немножко все-таки набить опыта, раз, и смылся, ну и хрен с тобой, пусть смывается. Особо от Зубата мы много не потеряем. Крутанем здесь. Выпали два красных покебола и один поушен. А здесь у нас выпало тоже красное покебола и поушен. Ну, как-то так, честно. Как-то, ну, на любителя. Давайте все-таки подойдем к тем двум нашим покестопам. И там тоже что-то все-таки крутанем, чтобы забрать наши какие-то покебольчики. Да, ребят, забрали мы отсюда свои покебольчики. Давайте же все-таки улучшим немножко нашего Вайпериона, который у нас есть. Давайте посмотрим его Combat Power 1655. Что появилось? Что завибрировало? Не, ну это нам пока что не нужно, друзья. Давайте будем смотреть. Так, Вайперион 1655. Нас хватает где-то на его пока что два пауэрапа. Мы это, конечно же, сделаем. Первый пауэрап у нас уже почти 1700. И еще раз пауэрапнем. Это будет уже сколько? Плюс сколько? Плюс 39. 1734. А мы еще можем поварапать. Скорее всего, где-то он доповарапается на 1900, до 2000 точно мы сможем его выкачать. А почему мне хватает снова? Очень странно, да, ошибка. Наверное, просто не списала. Не списала, но покемонов в чем выгодно ловить? То, что за них дается тоже сама эта пыльца, с помощью которых мы сможем потом улучшать наших покемонов. 71 это образно как раз нам будет на фаршик, ребята. Мы с него как раз срубим сейчас три пыльцы, точнее не три пыльцы, а три конфеты. И плюс мы срубим 100 пыльцы для того, чтобы потом еще раз улучшить нашего Вапориона. Есть, словили Дроузи. Пока что себе, ребята, его оставим. Пусть он побудет у нас. Плюс 50 опыта. Попробуем тоже крутануть все-таки наши покепосты. Нет, пока все-таки нельзя. А вот летает Зубат. Давайте еще Зубата так же самым все-таки заберем. 119, ребята. Пробуем, кидаем. И, конечно же, все-таки и попадаем. Пробуем. Раз. Два. Но почему-то не залез. И снова смылся. Странно, что Зубат каждый раз смывается. Так, появляются новенькие покемончики, ребята. Скоро мы все-таки сделаем эволюцию Шелдера, потому что нужно уже, у нас хватает на него конфет. 400 комбат пауэра, кидаем в него красным покеболом. Надеемся, что на красный покебол все-таки он среагирует, и мы сможем все-таки его словить. Но почему-то он не хочет так просто залазить. Давай сначала его покормим тогда. И снова возьмем, давайте, синий покебол. Слава богу, нам и хватает. Попробуем все-таки словить его в синий покебол. Один, два, три. Отлично. Он у нас также есть. И, наверное, все-таки мы еще сделаем на него эволюцию. Было бы неплохо, очень бы даже. Ребята, Дратини.
Дратини, дратини, еще раз дратини. Стоит малыш и не печалится. Давайте его также все-таки словим. Сколько все-таки? 295. Ну, думаю, что в красный покебол он влезет. Я в это очень хочу верить. Давайте попробуем. Один вылез. Окей. А, тогда покормим тебя и возьмем синий покебол. Синий покебол закидываем, пробуем и надеемся, что все-таки синий покебол его точно возьмет. Один. Нет. Еще раз стоять. Не может быть такого. Как-то дратини не ловится. Одну секунду, еще раз. Мы его покормили. Почему он не влазит в синий покебол? У нас всего 300 комбат пауэра. Два. Нет. Окей. Еще раз кормим. И еще раз кидаем синий покебол. Не может быть такого. Как-то дратини. Ты чего? Один. Окей, ладно, я понял. Он все-таки намекает на то, что взял на него ультрабол. Ладно, берем ультрабол. Я не знаю почему, но он не хочет залазить как бы в синий покебол. Но если еще с ультрабола вылезет, я, мягко говоря, удивлюсь. Раз, два, три. Отлично. Ну, просто, конечно, пришлось привернуть к ультраболу, потому что в обычный покебол даже в синий он не захотел залазить. Причем он не сильный. Почему так туго, я понять до конца не могу. Нидоранчик, ребята, стоит. Давайте заберем еще нидорана, чтобы он все-таки не скучал. И... Ребята, там что на углу было? Ребята, там что-то появилось. Я видел куском, краем своего экрана и глаза, там что-то стоит серьезное. Я надеюсь, что это Райнхорн, ребята. Я очень надеюсь, что это Райнхорн стоит. Там что-то большое. Я видел что-то большое. Надеюсь, оно не пропало. Где-то вот здесь вот, ребята. Где-то вот тут вот. Вот там реально что-то стояло. Я в этом уверен. Вот. Да, ребята, это бляха-муха, это Райнхорн, ребята. Который, как последний мне нужен был, 572. Блин, я сразу его кормлю малиной, я беру на него ультрабол. Мне не жалко, вот правда, вот есть покемон, которого мне не жалко потратить ультрабол. Кидаем, гурит хороший бросок. И надеюсь, что все-таки мы его забираем. Один, два, три. Да, ребята, это Райнхорн. О, круто, 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 ребята. Да, да, и еще раз да, но хватает, ребята, на его эволюцию. Появилась еще вот эта редиска. Не помню, как ее имя, сейчас мы посмотрим. Одиш, это Одиш, давайте Одиш тоже словим. 390, ну, давай возьмем синий покебол. Синий покебол, проверим, как он все-таки сработает на синем покеболе. Будем надеяться, что также все-таки словится. Один, два, три. Отлично, ребята, Одиш тоже у нас. Одиш тоже у нас, ребята. Блин, у нас появился, ребята, Райнхорн. Я не знаю, ну... я бы с радостью раздел бы эволюцию. Еще один нидоранчик. Еще один нидоранчик. Сейчас будем также его все-таки ловить. Смотрим, что в итоге имеем. 422. Окей, берем, наверное, синий покебол на него. В прыжке ловим, отлично. И что мы в итоге имеем?